Не тысячами, но все еще сотнями. В Иркутской области продолжают регистрировать новых больных COVID-19. За минувшие сутки в регионе выявили 101-го заболевшего коронавирусом. С начала пандемии общее число больных уже приблизилось к 16 тысячам. Непосредственно в больницах на данный момент находится 735 человек, из них 37 в тяжелом состоянии. Амбулаторное лечение проходят 1657 пациентов. У них течение болезни протекает бессимптомно. С начала пандемии от коронавируса умерло уже 178 человек. Но куда больше количество выздоровевших за все время от COVID-19 излечились 13 331 наш земляк. За сутки прирост составил 198 человек.